Алло, здравствуйте. Я могу с Богом поговорить? Ответ услышал, мол, человек: здравствуйте, соединяю. Здравствуй, дорогой человек, я внимательно слушаю. Господи, я так устал. Хочется чуда, хочется простого человеческого счастья. Прошу тебя, исполни мои желания. Конечно, дорогой, все что угодно. Но сначала, говорит Господь, я тебя соединю с отделом уже исполненных желаний. И постарайся понять, какие же ты ошибки допускал в прошлом. Металлический голос трубки: подождите, пожалуйста, сейчас соединим вас с оператором отдела желаний. Жду. Приветствую вас. Что бы вы хотели узнать? Здравствуйте. Меня к вам перенаправил Господь и сказал, что прежде чем просить новые желания, исполнение новых желаний, хорошо бы послушать прежние. Понятно. Минуточку. А вот. Все ваши желания. Вы слушаете? Да, внимательно. Хорошо. Начинаю с последнего. Надоела эта работа. Исполнено. Работа надоела. Муж не обращает внимания. Исполнено. Не обращает. Ой, мне бы немного денег. Исполнено. Денег немного. Дети непослушные. Исполнено. Дети непослушные. Ой, ну хоть бы в отпуск, хоть куда-нибудь. Исполнено. К теще на дачу. Ей как раз рабочая сила нужна. Ну вот, что такое? Никто цветов не подарит. Исполнено. Не подарит. Продолжать? Здесь примерно на год чтения. Нет, нет, я все понял. Никогда не жалуйся, что у тебя все плохо. Ты еще не знаешь, что такое плохо или что такое на самом деле плохо. Говори, что у тебя все хорошо. И тогда Бог тебе скажет: эй, дорогой, ты еще не знаешь по-настоящему, что такое хорошо. Держи.